Эти препараты предназначены в первую очередь не для устранения симптомов той или иной болезни, а для поддержания здоровья в целом. Свою продукцию в народной аптеке представляет и компания «Витаукт», что в переводе означает «жизненная сила». Эти препараты – результат десятилетней работы научных сотрудников компании. В народной аптеке представлено 16 препаратов, каждый из которых направлен на оздоровление той или иной области организма. Нами предложено, в отличие от официальных препаратов, которые действуют химическими препаратами на небольшое количество, там 2, 3, 4 вида, нами предложено универсальные препараты, которые лечат практически от всех видов паразитов. В данном случае мы предлагаем девятку стопаразит, современный препарат от всех видов, практически от всех видов паразитов. Этот препарат еще имеет свойство снимать антипаразитарную, после того, когда паразиты начинают гибнуть, начинается интоксикация организма, и эту нагрузку интоксикационную снимается. Воспалительные процессы, там много что снимается. Легче проходит очистка организма. Это огромное преимущество нашего препарата. Сеть магазинов «Народная аптека» уже успела зарекомендовать себя в Сочи. Ее знают и любят многие горожане за профессионализм и клиентоориентированность сотрудников. Вся продукция, представленная на витринах, – выбор клиентов «Народной аптеки». В продаже остается только то, что получило положительные отзывы потребителей. Нам потребовались десятилетия для того, чтобы разработать и предоставить конечному потребителю наши продукты, качество которых является гарантией результата, о котором ежедневно свидетельствуют наши постоянные клиенты по всей России. У нас представлена широкая линейка пчелопродуктов, травяных сборов, кедровой и алтайской продукции. Вся линия «Витаукта» – это «Юглон», «Стопаразит» и другие продукты – представлены по заводским ценам. Также у нас ежемесячно проводятся акции и скидочные программы. Народная аптека работает ежедневно с 9 до 20:30 без перерывов. Находится магазин здоровья в торговой галерее напротив детского мира. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.